Сегодня на немка кофе, Максим. Лапша китайская покемон. Мясо сухое страуса и блинчики. Опа. Ну чё, дождались? Братка вернулся. Он к маме сакшат шриади шакти маташи шриадиви на манагами. Привет. Нати Запорожье. Админу Вики. Юльке, Виолетте, Наташке, Толяну, Анна, Сальвадору и Максу. Все. А если ты хочешь, чтобы я именно тебе передал привет, самому первому, самому клёву, 300 рублей стоит. Сейчас мы будем кушать, нямкать будем. Сегодня надо нас нямкать кофе, ну-ка. Кофе, Максим. Блинчики. Это лапша. Так. Вау. Лапша покемон с этим сухим мясом страуса и политым соусом тарияки. Чё, приступаем нямкать? Нямкать. Как Женечка говорит, давайте жрать. А я буду говорить нямкать. Ну-ка. Страусиное мясо, а ну-ка. Вкусненько. Как вкусненько. А было как это девушка моя бывшая взяла. Вкусненько. Вы скажете, как скучаю по ней? Не, пускай будет счастлива. Я просто счастлива и пожалуйста. Лапша детская покемон. Еще кетчуп. Ну-ка. О, кетчупа еще. Кетчупа еще тоже. Надавим. И будет все клево. Только не говорите маме, что я кетчуп взял, а то она бы тарет, она вас спрятала. Что я все съедаю. Я ей ничего не даю. Так мы. Ну-ка. Но жестко такое. Да. Та уже спортивная пицца. Вообще, вообще. А это маленько, мало. Вот три пакетика нормально. Надо мне там. Мне вообще по идее пофигу. Что вы там пишете? Вы не запомните, вы не на меня пишете. Вы на себя пишете. Что на кого клюем, то. И бумеранг никто не отменяем. И надо плакать. Вот я такая хорошенькая или такой хочешь другой. Со мной случилось, запомни раз и навсегда. Если ты хорошенькая или клёвый, с тобой бы такое бы не произошло. Запомни это, все и на себя, за свои мурзилки забей. Кстати, мне понравилось лапша покемон. Еще со страусом. Нет. Страуса бы пожарил. Ну да, он жесткий только.
не верите, что островался мясо ем. Короче, такой пакетик стоит 360 рублей. Спонсора мяса старался назвать не буду. Благодарю, что. Где-то внутри не осталось. Ну, она чисто резиновая. Не, лапша покинула клевая. Советуйся, любите, покупайте. Ну что, вот такая, короче, фигня есть. Мясо страуса. Давайте, подписывайтесь. Чем будет больше вас, тем будет круче ролики. Я гарантирую. Это. Не, лапша вкусная. Я еще добавил кетчупа и соуса в тарелке. У нас 5 лет, то есть сколько? Покемон. Блин, как мне коты, когда вы мне смотрите? Вы мне мотивацию даете на жизнь. Представляете? Я раз пять падал, короче, и с тобой. Не, реально, лапша вкусная. Ну, может быть, из-за соуса, из-за кетчупа.
меня стримы каждый день проходят. На канале Еда со смехом. Я рад, что вы на нее подписываетесь. Только для пиар-канала 5000. Только недавно начал. Да. Лапше покемона ставлю 5. Ну, может быть, из-за соуса. Из-за кетчупа такой. Сейчас мы будем блинчики кушать. Мама утром встала и блинчики напекла. Хотите меня задонатить на крабов, на икру? Я блинчики буду с крабом с икрой. Да, я чувствую, что я не наелся. Это будет микро. Угу. Это микро. Обжор мубанк. А, так и назову микро. Если хочешь спонсором стать, ролика донатьте, говорю, что скушали. Я покушал, только в порядке вещей, а не такой, как он шизо. Лапша, покемон, супер. Ну, страус, ну, короче, резиновый. Если зубов у кого нету, то, ну, у меня так чуть-чуть есть, то я не знаю, как вы будете его есть. Он резиновый, ну, просто страус уже спортивный, вы сами знаете. И такая пачка мне обошлась 300 с чем-то рублей. Вы давайте подписывайтесь. Чем будет больше вас, тем будет круче ролики. Я вам гарантирую. Я вам гарантирую. Ланенька, давайте. Удачи вам. Я вас обожаю, люблю с вами, как всегда, был Серега Скрэп, или просто братка. Всем пока.